К музыке у меня особое отношение, я считаю, что это один из самых эффективных языков общения между странами, людьми, разными нациями. Можно передать музыкой разное настроение, цвета, запахи, места. Название трека – это только одно, а ноты, мелодии, которые вы используете, они очень богаты по своим возможностям. Что касается стилей музыки, мне на самом деле нравятся многие стили музыки, я не ограничиваюсь одним каким-то. И, конечно же, когда приходят ученики, я не пытаюсь ограничить их возможности или направить на какую-то одну стилистику, я пытаюсь увидеть сильные стороны ученика. В академии люди сплочаются, здесь дружественная атмосфера, и в первую очередь для меня это очень важно. Развиваться самому как творческой личности. Я считаю, что одним из самых главных побед любого творческого человека – это вести за собой учеников и продвигать их в какой-то более светлой, более серьезной цели в их жизни. Ученики у нас приходят с разным опытом, и бывают, которые, конечно, уже много пишут, несколько лет, а бывают люди совершенно незнакомые с творчеством. И для всех находится совет, для всех находится домашнее задание, со всеми можно поработать и направить. Если вы хотите повысить свои знания, приходите к нам. Если вы хотите заниматься в домашних условиях, пожалуйста, главное, практикуйтесь. Больше внимания к творчеству, и у вас будут обязательно результаты.